Всем привет, это «Музыкальный инстинкт». С вами Родион Нагорный и Сергей Василевский. Сегодня исполнилось 8 лет клубу «Гауди». В этом клубе мы отсняли лучшие репортажи с лучшими европейскими звездами. И сегодня Пол Окенфолд и вся команда «Гауди» поздравляет клуб с днем рождения. Прошло 8 лет. Что за эти 8 лет изменилось? Изменилось все качественно, в первую очередь. Это очень радостно, потому что не так много хороших площадок у нас в Москве, больших, именно больших. И Гауди по праву, я думаю, занимает лидирующие места. Ну и пожелай, пожалуйста, какие-то теплые слова в адрес клуба. Желаю дальнейшего процветания, совершенствования как технически, так и любыми другими. В любых других сферах, побольше хороших вечеринок, больших артистов и побольше клубов. От сегодняшней ночи? Да, ну, ожидания понятны какие. Главное, чтобы завтра голова не болела. А так, все-таки, вот только начинаем работать, все хорошо. Ну, у тебя очень много лет связано с этим клубом. С чего все начиналось? Как ты попал в этот клуб? Ты знаешь, это... Я сейчас могу и не вспомнить. Я могу... Кстати, это очень странная история. Нас с Лешей познакомил Сережа Пименов, как это не смешно. И, по-моему, именно через него я пришел сюда. Уже это было после того, как было открытие, это было после того, как были первые вечеринки. Ну, то есть я с ним, как бы, я его знал, и мы говорили, а вот именно по поводу там пиар-компании и прочего, это вот как раз через Пименова случилось в один прекрасный день. Это была, по-моему, какая-то вечеринка 9 мая. Я сейчас уже, у меня уже память, конечно, старческая, не помню ничего. Но, собственно, мы, что называется, поженились и некоторое время жили долго и счастливо с Лешей Грековым, с Гауди и со всеми этими проектами. Ну, а что тебя связывает с этим клубом? Ты знаешь, я вот для Найтпати писал уже об этом и сказал, что... Да, действительно хорошо возвращаться. Там некоторое время я здесь, по разным причинам меня здесь не было, но потом, когда я вернулся, все-таки это такой дом для клуба, который работает раз в месяц. Это, мне кажется, это серьезная победа, потому что
но как бы не стены все это делают, а делают люди. Лёха умеет вокруг себя собирать правильных людей, делать так, чтобы им было вместе весело и комфортно. Это такое искусство серьезное. Ну, а ты давно с клубом «Гауди», расскажи, а как менялся клуб на протяжении вот этих 8 лет? А ты знаешь, он особо не менялся, это тоже великое искусство. То есть с самого начала была выбрана некая стратегия, некий формат, и он просуществовал вот все это время, и это тоже хорошо, потому что там менялась мода, но «Гауди» пёр там напролом через все вот эти вот движения. И, собственно, история доказывает, что это правильно. Вот и Гарсин доказывает, что это правильно. Прошло, что за эти 8 лет изменилось? Что ты чувствуешь? За 8 лет изменились мы, изменилась культура клубная. Что еще? В принципе, много чего изменилось. Изменилась музыка, изменился клуб, даже наш изменился немножко. Если взять фотографии 8 лет назад, какой он был и каким он стал. Это элеватор? Да, разрушенный элеватор, песок, кварц, что тут было, я уже не помню. Но было очень ужасно. И стало очень красиво. Ну и что ты можешь пожелать клубу на эти 8 лет дня рождения? Пожелаю, конечно же, процветания, бодрости духа команде клуба. Самому клубу стоять на земле ровно, с хорошим звуком, с хорошим светом. Ну и здоровья, конечно, нам всем, и вам тоже. Какие эмоции тебя переполняют сегодня? Ой, только радостный, превалирует только хорошее настроение, позитив. Самое главное то, что погода наконец пришла великолепная. Столько красивых девчат и людей пришли поздравить клуб «Гауди», «Гауди-арена», которую я тоже хочу с большущим удовольствием поздравить с днем рождения, с 8-летием, не останавливаться, как минимум 3 раза по 8, чтобы мы всегда собирались и видели то новое поколение, которое будет приходить, тусовать здесь, весело проводить время, и самое главное, никогда не унывать и заряжаться той позитивной энергией, которая всегда была здесь, всегда, еще раз хочу подчеркнуть, и я очень рад и доволен этим местом, и отличный, тем более, подарок для вас, дорогие друзья, то, что сегодня будет Walking Fold, и ждите от него много интересных песен, он мне об этом рассказал, будут новые интересные миксы, и какие, на самом деле, следите, пишите и увидите. Ну, знаешь, Паша, кореец не кореец вообще. Что чувствуешь в этот день? Ну, не ожидал, но на самом деле думал, знаешь, стандартная вечеринка, и готовился к ней как к стандартной вечеринке, там, частично по телефону, приехал в конце, как обычно, там, в 6 вечера, ну,
проконтролировал, вроде все нормально, но сейчас собрались люди, все ходят, поздравляют и эмоции переполняют. То есть, ну, с каждой минуты начинаю ощущать, что приехал Жора Петрушин, клуб «Цепелин», когда-то клуб «Цепелин», очень серьезные заведения, крутые вечеринки у них были, и я им благодарен. Первая вечеринка в Гауди в 2003 году, в октябре, Хэллоуин был в их исполнении. Жора сказал, слушай, говорит, извини, что мы тебя затащили в эту историю. Ну, фактически так, то есть они дали первый старт, и мы никак не можем остановиться, то есть заряд был, видать, сильный, энергии. И много людей за это время прошло через клуб, и промоутеров, посетителей, и диджеев, и миллионы лиц. Вроде бы у нас со всеми хорошие отношения, и все говорят, что любят наше заведение. Не знаю, насколько в Москве люди откровенны, но мы их точно любим, все, кто был в нашем заведении. А ты сказал, что ты не ожидал. А почему ты не ожидал? Ну, ты знаешь, просто дни рождения мы праздновали, да, но почему-то вот 7 лет тоже интересная дата, серьезная. Вернее, нет, сначала 3 года, потом 5 лет, потом 7 лет, и вот думали, что ну вот 7 лет, и дальше опять будет все на автопилоте. Но, наверное, после 5 лет все-таки каждый год такой он знаковый. То есть еще один рубеж. И уже совершенно по-другому организовываются мероприятия, проходят совершенно другие люди. Ну, как бы каждый год как новый. Из-за этого это ощущаешь только в день мероприятия. То есть готовишься как к стандартной вечеринке и понимаешь, что нет, сегодня все-таки день рождения. Любимые гаудеры очередной раз. Я там поехал, купил торт, привез. Но гаудеры, как и прошлые дни рождения, притащили собственноручный, слепленный из вкусной начинки торт в виде элеватора. И это, ну, как бы впечатляет. Я думаю, что мы сейчас, если он не растает от жары, мы успеем с ним выйти на сцену и поблагодарить всех, кто сегодня с нами. Назад. Думал ли ты, что такое может произойти, что через 8 лет ты вот будешь здесь стоять, тебя будут поздравлять с 8-летием клуба? Ну, нет. Знаешь, точно нет, потому что все эксперты на тот момент рассказывали о 5-летнем сроке, и я тебе давал интервью на эту тему. Да-да. То есть реально была история, связанная с 5-леткой. Может быть, что 5-летка в наших умах существует уже там 70-80 лет, а может по другим каким-то причинам. Но мы ее перемахнули, и 8 лет. Я хочу сказать, что большой респект клубу «Пропаганда», потому что он уже вне времени. И я уже не помню, когда им было 10 лет. Это тоже серьезная история. Но мы как бы такие, считаем себя масштабными и 8 лет работаем на большие вечеринки, на мероприятия, где собирается много людей. Они все разные, то есть каждый приходит со своим настроением, да? Но в итоге, когда происходит пик мероприятия в 2-3 часа, можно увидеть, что люди счастливы, что они все вместе, и какое-то вот единение происходит.
the greatest celebrant of Gaudi birthday. So, do you remember the first time you was in Gaudi? Yes. I remember it because it was such a great night. The crowd were fantastic. They always have been fantastic here. It's a really good crowd. They really enjoyed themselves, and I'm happy to be back. You don't remember the year, yeah? The date? Yeah. Okay, and what are expectations before this night? I'm looking forward to it. I've got some lot of new music. I've got my album comes out in 1 month's time, so I'm going to be playing a lot of tracks from my album. And I've got a couple of classics, Russian tracks that are remixed, especially for the 20th anniversary of Gaudi. So maybe some special present for this birthday? Yeah, for sure. Now what? I have a new mix of that I've done of Victor Soy and a new mix that I've done of PPK. What track of Soy? You have to wait and see. So we'll see, yeah? You want me to tell you everything? Огня, дым из сетки календаря выхвачен день. Красное солнце сгорает дотла, день догорает с ним. На пылающий город падает день. Перемен требуют наши сердца. Speaking of Gaudi, what differs Gaudi from other clubs in the world? Well, I mean, it's a big club and it's a great crowd. There's a lot of energy, and I think that's the important thing that really makes Gaudi stand in a special area. Mm-hmm. So, what differs Russian public from other public? Well, the Russian public embrace electronic music. They like it. They want to enjoy themselves. They want to have a good time, have fun, and they do. Mm-hmm. So, and you are not the first time in Russia. You have been for 10 years, I guess. So, have you been in other cities of our country? Yeah, I've been to a few other cities. I enjoy Russian culture. I like the whole experience that I have. And I'm always finding new things in Moscow, you know, so for me, I like coming here. When you stay in the apartment of Vladimir Fonarev? When I stayed in his apartment, yeah. So how it was? Yeah, it's strange. Yeah? Yeah. It was it was a different experience because I'm always staying in hotels. Mm-hmm. So to stay in someone else's apartment and in an apartment block, was a strange but fun. I mean, what, you know, it was good. There was no food, so we didn't know where to go to get any food. It's stupid because it's like midnight and we wanted to eat and we didn't know where to go or what to do. We went to the football, to Chelsea, Manchester United. We came back and yeah, it was pouring of rain. We were hungry and I didn't know where I was. I didn't know the area. Mm-hmm. So, yeah, it was an interesting situation.
also have a lot of friends in Russia, so yeah, who are they? Well, some of them are here. I mean, I've got a few friends from Moscow, actually. They're mainly Moscow, and good friends they are. Mm-hmm. One of them's DJing, the other one's here. One of them's, you know, you'll see him. So you said that you were staying in Moscow for a few days, not one night in the club. So what are you doing for this time? Press. My album comes out, as I said, in a month's time. So I've been doing interviews, having meetings, seeing friends, good fun things. So and finally, say some words for the Gaudi Club for the celebration. Yeah. I'd just like to thank Gaudi for all their hard work, and I'd love to thank the crowd first and foremost for making this a great club, and I hope everyone enjoys themselves and good luck. Happy birthday, Gaudi, yeah? Happy birthday, Gaudi! Woo!